Находимся в Москве, где завтра будет открытый кубок Москвы по бодибилдингу, фитнес, body fitness всех вековых категорий. Со мной находится здесь президент Федерации Москвы Олег Макшанцев. Олег, большое спасибо за то, что ты меня пригласил на это соревнование. У меня есть первый вопрос. Скажи мне, пожалуйста, сколько здесь будет спортсменов соревновать? Игорь, ну вначале, прежде чем ответить, я хочу сказать большое спасибо тебе, потому что да, ты, в принципе, очень популярный среди средств массовой информации в мире бодибилдинга. Нам очень приятно тебя здесь видеть, что ты будешь освещать наш Кубок Москвы, чему очень, действительно очень рады. Касательно количества участников, я думаю, по предварительным заявкам заявилось в районе 250 участников. Ну, как обычно, на регистрации появятся еще темные души. Поэтому я думаю, что где-то в районе 250-280 участников завтра выйдут на сцену. Для меня это невероятное число, потому что приблизительно 300 спортсменов – это как маленький чемпионат мира или чемпионат Европы. Скажи мне, пожалуйста, какие партнеры тебе дали поддержку на это соревнование? Слава Богу, что в последнее время у нас сложилось такие хорошие взаимопонимания с теми компаниями, которые занимаются в бизнесе бодибилдинга. Это компании, продающие спортивное питание, которые занимаются одеждой и прочим. У нас хорошие взаимоотношения с ними. И у нас есть такой прочный костяк ребят, которые постоянно участвуют и помогают нам в организации. Это компания Optimum Nutrition, компания Акфит, сеть магазинов 5LB, интернет-магазин Doping.ru, питание Cytec Nutrition, Gion, ну, на нашей компании тоже регулярно помогает MSN Sport, а также Евроинвест, Odos Pharma. То есть очень много компаний, в том числе Виконик, Fitmax, Flex Gym, которые вот именно большую помощь нам оказали в подготовке к этому Кубку Москвы. Я думаю, завтра все будет хорошо, и зрители, которые придут в зал, они действительно кайфанут. Когда я ехал из Словакии в Венгрию, из Венгрии в Москву, я раздумывал об этом, какое соревнование это для меня в России. Для меня это четвертое соревнование. Это значит, что я очень удоволен, что ты пригласил меня в гости. И я не знаю, кто будет соревноваться здесь. Для твоего мнения, кто будет самый лучший в категории, например, бодибилдинга? Это для меня интересно. Ну, ты знаешь, на самом деле тяжело предсказывать, кто будет лучше, потому что ты же это знаешь, у нас такой очень своеобразный вид спорта, и, ребята, все будет, результат будет зависеть от той формы, которую они завтра покажут. Но я знаю, что очень большое соперничество и хорошая борьба будет в категории 100 и свыше 100. Будет выступать Михаил Сидорович, потом Аркадий Баринов, будет Денис Бурмистров выступать, Дмитрий Каракаш. Очень много спортсменов, которых уже люди знают, и они постараются показать завтра хорошую форму. Я думаю, всегда бодибилдинг нас порадует завтра, да? И мы увидим действительно жесткую, зрелищную борьбу, которую мы всегда ждем. Когда я был вместе с Александром Тимошенко на Arnold Classic в Колумбусе, я видел, что из России приезжало очень много очень хороших бикини-фитнес девочек. Кто здесь будет соревноваться? Будет здесь, например, Усманова? Ну, я думаю, что Катя не будет завтра выходить на сцену, она завтра будет работать здесь на стенде, да. Но поверь мне, что завтра бикини, во-первых, будет три категории, и процентов 30 от общего количества участников заявленных – это как раз спортсменки, которые хотят выступать именно в этом клае, в этой номинации. Поэтому помимо Кати Усмановой, поверь мне, завтра будет очень много хороших спортсменок, и поверь мне, будет у первых пяти в каждой категории будет уровень, который они могут смело выставлять и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на Арнольд Классик и прочих турнирах международных. Я тоже готовимся вместе с Александром Тимошенко на чемпионат до Краснодара, где будет проходить Кубок России, да, и тоже на чемпионат Европы. Будешь ты тоже на чемпионате Европы? Я надеюсь, что, конечно, в Краснодаре будешь. Нет, на Кубке России в Краснодаре я, безусловно, буду. Вот насчет Мадрида или Барселоны, в Барселоне, да? Да, не знаю, под вопросом, но однозначно в Краснодаре я буду, потому что я повезу свою сборную, и я там как член президиума Российской Федерации обязан там быть и решать очень важные глобальные вопросы, которые возникли. Я знаю, что между Питером и Москвой есть такая, как это скажешь в русском языке? Соперничество. Соперничество, да. Что думаешь, кто победит в Краснодаре?
Я уважаю команду Санкт-Петербурга, потому что она всегда выставляет хороших бойцов, и они часто нас выигрывают. Да, они молодцы, действительно, потому что мы в Москве показываем хороший результат. Ну, раз, там, может быть, в два года мы завоевываем первое командное место. Поэтому, но все, как правило, решает одно-два очка. Вот какой-то чемпион в какой-то номинации, и он, в принципе, у нас нет такого, что безоговорочное лидерство. Нет, буквально 1-2 балла решает судьбу командного первенства. Поэтому это как русская рулетка, понимаешь? Вот как вот карты правильно, если лягут, то мы выиграем. Если по-другому карты лягут, выиграет Питер. Это интервью я вложим тоже на веб-сайт islabs.sk, не только islabs.ru. Это значит, что тоже спортсмены в Словакии, в Чехии будут видеть, об чем мы разговаривали. Я знаю, что этот кубок – открытый кубок. Это значит, что следующий год, если бы был интерес спортсменов из Словакии, может приезжать тоже они? Безусловно, мы всегда открыты и будем, наоборот, этому рады, потому что… Завтра будут выступать ребята из Белоруссии, с Прибалтики ребята приедут. Поэтому, а если приедут спортсмены из Словакии, мы только будем рады этому. Потому что действительно мне хочется сделать так, чтобы уровень московских турниров всегда был наивысший, чтобы ребята хотели попасть и соревноваться здесь. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы это было в хорошем месте, хорошее зрелище, чтобы получалось, хорошее шоу, хорошая выставка, чтобы все было на уровне. Олег, большое спасибо за интервью. Мы будем разговаривать после соревнования. Удачи, увидимся. И до, и во время. И до, и во время. Увидимся. Пока.